Сталкер, нужна твоя помощь. Я тебе отвечаю, сталкеры будут для нас нехилые бабки подымать. Пошлем их к аномалии, и пусть артефакты рыщат, если жить хотят. Да ёпта, я и не сомневался. Теперь точно точила себе куплю. Занижену такую, с музычкой. Все бабы мои будут. Красава! О, смотри, чё за чепушилось на колеса катит? Пацаны, здорово! Вас... водички не найдется? Э, алкашня! Ты хоть знаешь, куда пришел, сучара? А это что, не лагерь сталкеров? Ну, типа того. Пацаны, держите его! Еще одного ложка нашли. Давайте, мужики, все закончилось. Спасибо, дружище. Спасибо. Это вон сталкера благодарите. Если б не он, хрен бы у меня что получилось. Мужик, спасибо тебе огромное. Спасибо, мужик. Слышишь, пацаны, это мы. Пацаны, вы по саду ушли или чё?
не понял, трубу вообще возьмут или как? Алло, пацаны, мы тут в непонятках, вы где вообще? Короче, фигня какая-то у пацанов, смотайтесь позырить, чё там? Говно вопрос, ща пробьём! Ты чего трёшься тут? Хотел чего-то? Удачной ходки тебе, сталкер. Здравствуй, сталкер! Жду тебя снова. Точно, точно, врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала. Врачу, что ли, показаться?
Ну, привет, сталкер. Я, конечно, не психолог, но будет грустно, заходи. Сталкер, подойди! Только не стреляй! Напился, что ли, опять? Прием. О, Тепур, здорово. Случилось чего? Нужно вывести из зоны одного человека. Платят щедро. Возьмешься? А почему нет? Кидай координаты. Спасибо, что откликнулся. Ну, пошли тогда. Собаки! Сейчас мы их...
Смотри, там кто-то из твоих. Смотри, там кто-то из твоих. Смотри, там кто-то из твоих. Привет, брат. Здоров. Ну что, служивый, готов? Почапали. Пойдем, товарищ проводник. И спасибо тебе, сталкер. Попутного ветра. Oh.
Thank you.
территорию в подконтрольную Толку. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Thank you.
Ну, бывай. Вертело. Скворчащий, сочный. Вот такое знает кто? Стукнулись крепко, значит, в зоне две Нивы. Из одной четверо сталкеров вывалили, и из другой столько же. Слово за слово, мордобой пошел, потом пальба началась. А в кустах у дороги сидит контролер и радуется. Классное я местечко выбрал. И поляну тут удобно с друзьями накрыть. Вот только шашлык приготовится, так мы и сядем. Внимание! Анекдот! В хлам пьяный сталкер в 3 часа ночи возвращается домой. А жена, значит, со сковородкой поджидает. Сталкер на карачках влез в квартиру, достал гайку, метнул в сторону туалета, повтыкал, пополз туда. Жена это дело молча так наблюдает. Ну, сталкер проблевался, выполз из туалета, достал гайку, метнул в сторону спальни, повтыкал, пополз. Тут жена его со всей дури сковородкой по голове хрясь. Сталкер раз — отрубился. Потом, как в сознание пришел, сразу карту достал, место новой аномалии отмечает и бормочет: вот это фартануло так фартануло. Однако тут народ звереет с дикой скоростью. Нет, встречаются, конечно, и не психи, но как посмотришь на кое-кого, мороз по коже. А вот анекдот! Подъезжают как-то к бару 2 сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком Неваке. Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал, дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит: мужик, ты чего уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает: да я вот тоже не закрывал, так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заблевали. Ёлки-палки. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придется. Патроны, еда. Да, весит все это дело дофига.
хабара, никакого приварка. Внимание, анекдот. Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбало и говорит им: пьяный. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за 5 километров вас, уроды, обошел. А хорошо. Но все-таки накоплю я на свой домик. Чтоб речки, чтоб леса. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Жрать как хочется. И почему тут никто рыгаловки дешевые не выстроил? От клиентов отбоя бы не было. Вспомнил вот. Заходит сталкер в бар. Бармен, дай чего-нибудь пожрать. Бармен, значит, начинает. Ну вот, сегодня есть глаз плоти в томатном соусе, жареные лапки с норков в томатном соусе, из рыбного щупальца кровососа в томатном соусе. Сталкера аж перекосило. Ты, говорит, чего это вздумал? Людей травить? Бармена тоже перекосило. Кто, кричит, я? А сталкер: а что, я? С грибным соусом давай. Какой нафиг томат? Подруливай в другой раз. Торговец пока не может подойти. Давай, давай, до встречи. Что-то устал. Эй, не мешай мне, сейчас закончу.
Ну, я тебя слушаю. Удачи тебе! Приветствую, сталкер. И не дергайся, тварь. Ну что, допрыгался? Повышение захотел? Да кто ты вообще такой? Что ты сделал для долга?
пацаны! Ну, привет. Привет, брат. Чего тебе, сталкер?